В администрации главы ДНР заявили, что поставки угля Украине будут зависеть от готовности Киева учитывать интересы республики. Исполняющий обязанности начальника управления стратегии развития промышленности администрации главы ДНР Эдуард Поляков заявил, что решение республики о запрете на поставки угля на Украине будут зависеть от готовности Киева учитывать интересы ДНР. По его словам, пока Киев не только не демонстрирует стремление к диалогу, но и преследует предпринимателей, налаживающих торговые связи с угольной отраслью Донецкой Народной Республики. Эмбарго на поставки угля Украине будут зависеть от действий Киева в отношении угольных предприятий ДНР. При поставке угля должны учитываться наши интересы. До тех пор, пока Киев их не примет во внимание, возможно, будет продолжаться введение эмбарго на поставки твердого топлива. В частности, при остановке отгрузки угля на Украину они уже происходили неоднократно. За последнее время с августа по ноябрь минимум 5 раз. С чем это связано? Несвоевременность взаиморасчетов, отсутствие безопасности в части работы украинских угольных предприятий, которые покупают уголь на территории ДНР. Нашим руководителям на этой территории бояться нечего. Они работают согласно условиям заключенных контрактов. А вот с той стороны клановые группы постоянно вмешиваются в работу, производят какие-то действия, которые приводят к парализации поставок грузов по железной дороге, добавил Поляков. Напомним, что ранее сообщалось о введении на этой неделе эмбарго на поставки угля из ДНР украинской стороне, которая может остаться в силе как минимум на 2 недели. Представитель администрации главы республики пояснил, что причиной этого стали нарушения сроков оплаты предыдущих поставок. Сумма задолженности со стороны Украины составила уже несколько миллионов гривен.